На сегодняшнюю ночь в Хакасии пришелся пик морозов за эту зиму. Хотя синоптики говорят, что холода еще будут. Минимум по республике зафиксирован в Первомайском – минус 41. В Абакане минувшей ночью было 37, и это самое низкое значение за последние несколько месяцев. Однако в республиканском гидромете говорят, что может стать еще холоднее. Морозы в республике простоят до 10 февраля. Средняя температура воздуха днем – минус 25-30, ночью – 35-40 ниже нуля.